Во вторник в гостях историко-краеведческого музея Нефтекамска были воспитанники детского сада номер 28 и их мамы и бабушки. В таком почти семейном кругу вместе с сотрудниками учреждения культуры малыши и взрослые отметили День матери. По мотиву телевизионных передач мальчики и девочки рассказывали своим родителям о том, как готовить здоровую и полезную пищу, научили присутствующих делать открытки из подручных материалов и взяли интервью у виновниц торжества. Малыши получили удовольствие от своего выступления, а мамы в очередной раз убедились, что их дети самые талантливые. Детки, конечно, намного раньше начали готовиться, и потому как мы были одними из участников, мы уже неделю назад, даже, наверное, больше чуть-чуть, начали готовиться к этому празднику. Конечно, это замечательный праздник, праздник мам, которые празднуют не только в нашей стране, но и во всем мире в разное время, правда. Ну, очень замечательно, что дети наши своими руками делали подарки своим мамам, и мне вот подарочек достался. Мне в конце хотелось бы поздравить всех мам, всех бабушек, которые тоже есть мамы, и чтобы этот праздник замечательный 30 ноября прошел у всех красивый, радостный. Ну и самое главное, чтобы наши дети радовали мам.